Might as well. Спасибо. Привет. Ага. Привет. Спасибо, спасибо. Сегодня небольшая загрузка, поэтому мы кушаем больше, чем обычно. Вы после родов живот крепко заматывали, чтобы не обвисал? Нет, я не заматывала живот. Есть такое упражнение — вакуум. Ну, малышка, естественно, не с нами, потому что мы летим в Кувейт сейчас. И на выставку, там, на соревнования, будем опять судить соревнования. Вот, конечно же, малышка не с нами. Спасибо. Как уменьшить икры у девушки, скажи. Беларусь. Андрей уже был в Беларуси, а я буду там 15-17 апреля. Бандаж я не использовала. Не, во время беременности несколько раз одевала, когда долго работала. Я же тренером работала. Когда долго работала и когда далеко куда-то ходила. Как часто я тренирую? Так, как часто я тренирую? Ну, я блокирую придурков всяких. По-разному. Это зависит от многих обстоятельств. Ну, стараюсь 3-4 раза в неделю, но они не все в зале. В зале получается 1-2 раза в неделю только. Спасибо. А вакуум упражнения, вот как раз таки для тех, кто не хочет, чтобы у них пузо отвисало. С красавиной выпуск есть у меня в тело время. Вот, а вакуум держать можно. Ну, начинают от 15 секунд, новички от 10-15 в 3-5 подходов. В первом триместре беременности не есть белок, не хотите его есть, точнее, это нормально. Иногда периодически надо есть, но это ничего страшного, да, это токсикоз. Скажешь что-нибудь? Ты классно под эту спокойную музыку жуешь. О, Али, здорово. Пишет тебе: здорово, братец, Али. Привет. Привет. Привет, братуха. Икры уменьшить. Я уже как-то рассказывала, как уменьшить икры. Но на самом деле это практически невозможно. Только если у вас нога перестанет работать, сломается, вы ее закуете в гипс, тогда да. Так, только с общей жировой прослойкой. Я пью латте. Мини-степпер – очень классная штука, когда нет возможности пойти в зал. Если у вас дома есть мини-степпер, это очень круто. Хорошая замена. Плюс ко всему, можно еще прожать ягодичные мышцы с помощью него. То есть не только как кардио использовать, как добивку. Протеин на грудном можно. Лучше изолят.
Что-то все одно и то же вопрос. Спасибо. Да, на мини-степпере можно подтянуть ягодицы. Ну, тонус придать. Тут некоторые вон есть сразу захотели, после того, как увидели, как ты аппетитно ешь. Как заниматься при варикозе и слабых коленях? Это прям практически про меня вопрос. А, у меня видео целое есть на эту тему. Вот, спасибо за теплые слова. Волосы я не красила. На, поболтай. Давай. Отвечай там, мамочка. Как Софийка? Софийка. Прекрасно. Золото. Радует. Чем заменить выпады при артрозе? Где взять силу воли, чтобы перейти на ПП? Надо замотивироваться, посмотреть в зеркало, апреля в Беларуси. У меня на странице вся информация будет, она и сейчас есть, но я еще выложу. Франшизу делаем на MF Kitchen. Писать info@mfkitchen.ru с пометкой франшиза. Самое длительное преображение у кого? У моих подопечных или у меня? Вопрос был про самое длительное преображение. У меня. У меня самое длительное было 6-7 месяцев. Это первый раз как раз было. Когда я первый раз преображалась. Можно и в Бишкек. Мы в аэропорту летим в Кувейт. Есть ли бикинистки с большими растяжками? Да? Есть. Сейчас каких только бикинисток нет. Спасибо. Спасибо тебе. Итоги конкурса. А, мне послышалось, итоги конкурса Арни, я думаю, это что за конкурс такой? А там Арин написано. Нет, я еще не выставила, но я выставлю обязательно. Я тоже не выставила. Пока просто времени не было. Если вам захотят подарить летательный аппарат, то какой бы вы выберете? Необычное предложение. Дареному коню в рот не смотрят. Давай я назову. Это морской пишет? Да. Мне кажется, что это Одиссей. Каждый свой. Нет, это, по-моему, мой Одиссей. Вариант вертолет. Да? А я тогда самолет.
Так неинтересно говорят, не на все вопросы отвечаем, Зайка. Давай, поехали. Приятного аппетита, спасибо. Что можете сказать про гипертрофию сердца у спортсменов? Это данность, от которой никак не скрыться, не убежать. Эффективна ли система БУЧ, белково-углеводное чередование, эффективна в своем... когда она как-то в свое время, да, и а во сколько Арина лет начала выступать, не знаешь? В 52. Какие гаджеты из них должны быть? Господи, гаджеты? Ну, мне главное в самолете комфортный салон. А тебе что, вертолет? А что, там спросили, какие гаджеты нужно да, быть в вертолете? Список не по воспитанию. Стиральная машина, как минимум. Предотвращать надо изначально, если вдруг случилось, то делать процедуры. Это не как... Это про что? А, черт. Если Ирина не уходит в Пермском, мотивашка кончается. А, перископ, ага. А, я думаю, перископ. Выходи. Так, диастазе нужен ли пояс или корсет? Конечно. Вы ничего не успеваете. Книги, книги, книги. Зайка, говори книги. Быстро книги, 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 книги. Как это? Никто лупа, ничего не успевает. Лупа, мы все успеваем. Лупа сквозь мышцы. Что? Кто-то очень хочет подарить нам летательный аппарат, Зай, давай выбирать скорее. Видимо, да, кто-то хочет подарить. Просушиться на грудном. Давай я тебе помогу. Ну, видишь, сразу вопросы пропали. Книги. Книги, да, выложу, окей. У меня списки лежат обязательно. Спасибо, что напомнили. Мне просто постоянно напоминают, но я обещаю, выложу сегодня, завтра. Если интернет будет работать в Кувейте. Правда, что с пульсометром можно сжигать именно жир, а не мышцы при чистоте. Ну, не обязательно с пульсометром, нужно просто за пульсом следить. Да, это известный факт. Вы вообще сладкое не едите? Вообще не едим. Не едим, крайне редко. Сушка возможно? Сушка на ГВ? Нет, не стоит. Ну, смотря... Смотря, ну, так скажем, не сушка, а правильное питание будет. Вы все равно при нем худеть будете. А вот именно сушка нет. Мы едем на соревнования мужские. Мужские соревнования. Спасибо. А как сушиться правильно? Это очень. Ну как тебе объяснить, да. Скажи, как тебе в двух словах. Да, объяснить? В двух словах нереально ответить. При варикозе выступать можно, почему нет? Можно. Качаться, как бегать, выступать значит? Еще что-то. Хорошо, я бегаю. При диастазе пресс никогда нельзя, все правильно. Арина не бегает. Как не бегает? А, она я, говорит, я не бегаю, это я не быстрый для шаг. Меня говорит. Быстрый шаг. Очень мило. Напишите привет, статью, привет. Пожалуйста, про сушку. Да про сушку уже, по-моему, все, кому не лень, написали. Это не самая интересная тема. Взамен кардио что можно? Но есть один способ. Так, привет. Можно ли как-то убрать мини-жировые валики чуть выше поясницы? Тело-то подтянутое, а вес небольшой. Мини. Мини? Точно ли они мини? Если у вас мини-жировые валики чуть выше поясницы, вам нужно убрать сладкое к ебеням. Зачем вы жрете это сладкое, если вы и так худая от природы? Это говорит о том, Арина, что... подскажите, не можно это мои... Кать, нет, тебе нельзя орехи точно. А где малышка? Да вот она подстава. Да, совет, кстати, классный. Надо, мне кажется, его в YouTube выложить. Что можно использовать в качестве кардио дома? Но есть один способ. Просто перестань. Можно мини-степпер использовать, если этот способ вам не подходит. Мужа. Что можно использовать мужа? Да. И про массу напишите. На массе девушки сколько нужно кожи, сколько влезет? Господи, не а дай зачем бог. Девушке масса? Да. Ну зачем девушке масса? Мышечную массу можно набирать и с правильным здоровым питанием, которое не
А мини-степпер эффективен вообще? Минимум жира вам принесет. А опять спроси? Мини-степпер эффективен вообще? Я же говорила, что да. Зай, а мини-степпер. Ну скажи, пожалуйста, Зай, мини-степпер эффективен? Да. Зай, меня не видно, погоди. Ну, что ну вот, вот ну, ты. Вот, да, ну, погоди. А так один глаз у меня. Не-не-не, давай два твоих, два моих. Давай вот так. О-о-о. Так, поехали дальше. Вам повезло с Андреем? Или Андрей с вами? Давай. С кабушки. Да, спасибо. Давай, Зайка, скинемся. А, Юлечка. Спасибо. Зайка, твой фан. Кто проиграл, тому не повезло. Да? Да, давай. Это проиграл. Нет, значит... Тебе не повезло со мной. Да. Ей не повезло со мной, а мне повезло с ней. О, пока мы тут в суефа рубились, видишь, тут уже люди за нас отвечают. Тут уже мой секретарь отвечает. У вас бывают семейные конфликты? Нет, какие? Откуда? Вы знаете, сначала все было хорошо, а потом начались... Серые будни, он перестал дарить мне цветы. Его носки начали раздражать меня. Ну да, так все было. Она мне пилит мозг. Будет пилить мой мозг. Она мне жизни не дает. Я говорю, пойду с друзьями пивка попью. Она говорит, нет, дома сиди, ребенка. Я говорю, пивка, ну вот на лавочке. А, привет. Не хочешь в Ярославль заехать, провести мастер-класс? Ужали быстрее, пока мы не улетели в Кулин. Так. В Ярославле я был, по-моему... Сладко, не едите, а алкоголь. Спасибо, ребят. Только честно. Ярослава, ну, Ариша у нас алкоголик так... вообще. Только разве что сегодня не выпила. Ну, еще это, duty free впереди. Я скажу, как муж алкоголика, самолет. Это очень тяжело. А вдруг они поверят? Я не пью, на самом деле. Очень редко могу вина выпить, бокал. Бокал. Вот такой, бокалюшечку такой. А мне запрещают, пишет. Тебе нельзя вино. С Марго. Когда Софийка в детсад пойдет? Пойдет. Свою книгу написать не хотите? Написали уже, скоро ждите. Уже в типографии. Книги. Так, для суставов я не пила. Я восстанавливала их естественным путем. Просто витамины и, ну, на какое-то время убрала тренировки, включающие коленный сустав. То есть у меня все тренировки были адаптированы под. Я сохраняла мышцы в тонусе, но при этом не затрагивала коленный сустав. Ну и таким образом они у меня и восстановились. Теперь я не даю излишнюю высокую нагрузку на них. И у меня они не болят. Да, можно глюкозамин. Можно. Но я обошлась без этого. Твое отношение. Ваше отношение к Арине изменилось после рождения дочери? На. Изменилось? Конечно. Конечно, изменилось. Вы же представляете, что это не просто девушка была, а это девушка, которая подарила мне ребеночка. Ну, это же вообще... Она сразу из разряда принцесс, из касты принцесс переквалифицировалась в касту богинь. Поэтому она с момента того, как родила мне Софиечку, стала богиней. Правда? Да. Богиня. Цены тебе нет, Зай. Цены нету.
О, ну что, смотри, какой я задвинул, да, телегу? И вы ему поверили? Кто выбирал имя дочки? Оба. Сына хотим. После кисти рук ты ничего не ответишь? На кисти рук? Ну, я не могу не знать, знаю, откуда. Да? Я же не врач. Я же вас не осматривала. Ну, это только врач сможет. Анемия, надо к врачу. Ну, при анемии они, как правило, не особо-то болят. Немножко по-другому это выглядит. Ну, возможно. Видно? Почему? Как думаете, будет теперь в теме 3? Наверняка. Почему нет? Успешный проект. Каждый получает свои плоды и свои плюсы из этого проекта. И организаторы, и участники. Господи, я же отвечала, да можно при Войкозе выступать? Это прикол какой-то, что ли? А мини-стейпер? Мини-стейпер тоже. Мы одинаковые или противоположные характеры? Противоположные. Зай, подожди, у меня к тебе вопрос. Мы друг друга убили. Зай, у меня к тебе вопрос. А при варикозе можно ли на мини-степере? Можно? Да, можно. Значит, я Овен. У меня, кстати, день рождения будет 27 марта, и так получится, что я его проведу в Кувейте. Вот. Это если что, поздравляете Андрей меня. Рак. Если что, меня поздравляете 27-го. Овечка. У меня жена овечка. Я баран. Ну что ж, рак. Смотри, какие смайлики. Да, раки – это самые невыносимые существа. Которые так цап-цап-цап-цап-цап-цап-цап-цап и медленно так ползут, вальяжно так. А потом цап-цап-цап-цап-цап. Депиляция фото делаете? Фотодепиляция, да, есть такая? Ну да, видимо, только на фотоэпиляция вроде называется. Раки плохие? Раки? Очень вкусные. Вот суки, не дали раков поесть. Лац. Тебя поддерживают раки, Зай. Раки лучше. Воу. Раки лучше. Я тоже рак. И Вова. Виноградный. Ё-моё. И Вова, что это за знак зодиака такой? Они оба рака. Ничего себе. Жесть. А как это вы так оба рака? Зак, мы ругаемся матом? Это ужас как. Это просто невыносимо. Я не люблю свою жену за это, потому что она сапожник. Зайка. Она раз говорит, как сапожник. Да ты с ума сошел. Она матерится очень сильно. Андрей просто в речи использует мат, и он даже не замечал. Не замечает, в смысле, это. Что у меня губы подсохли. Так. Я не выступаю, не выступал и не буду выступать. Я же говорил, она в 52 начала выступать. Почему? Почему? Не хочу. А я хочу. А я хочу. Все. Почему не хотите выступать, Арина? Почему? Почему? Ну ответь, вот честно, вот скажи, вот почему ты не хочешь. А зачем? Выступать. Вот почему? Я не понимаю. Почему? Знаешь, что Пятницкий бы сказал на этот комментарий? Так, не могу это равно не могу. Потому что изнутри знают эту индустрию. Вот, кстати, эта девушка и так далее. Очень мне хорошо отвечает. Да. Я знаю, что не первый раз. Я ее помню еще на других трансляциях Перископ. Валерия, да? Да, Валерия, по-моему, да. И
Она как секретарь, реально. Ну, я тебе предлагаю просто, Валерия, напиши Рине, она тебе скинет пароли свои в Перископ, логины. Нет, ну этого я делать, конечно, не буду. Почему? Хотите свой зал открыть? Нет, уже давным-давно такая идея отпала. Миллион лет назад. Потому что это зал не актуально. Это уже не столово. Уже не тот бизнес, не то дело. Я вас влюбилась на Кай Грин в Москве. Когда вы точили бок на втором этаже. На втором этаже. Прикольно. А что можно открыть? А мы уже открыли кухню здорового питания. Как минимум. Это только то, что вы знаете. А еще много чего узнаете. А где доченька? Зай, выходи. София, выходи. Выходи. Ну, под столом играет. Выходи. Погода шикарная. Как погода? Погода, выходи. Когда нам лететь? Ну, уже на самом деле мы можем идти. Сейчас запилим фотку в инсту. Ладно, ребятки, еще выйдем. Покажем вам пляжи Кувейта, если там интернет будет работать и все такое. Пока.